тебя. Как ты догадался? Основной принцип. Жми на все. Вот. Ну? Большой остров в форме черепа? Просто остров. Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Uncharted 4 и Зивсен, 16-я часть прохождения моего затянувшегося. Мы пребываем с вами на пиратском острове, ищем Либерталию по-прежнему. В джунглях, блин, нетронутых, великолепно красиво нарисованных, с местной живностью, флорой и фауной, и всеми, в общем, сопутствующими атрибутами джунглейскими. Но, судя по тому, что было у нас в предыдущих сериях, Дрейк на что-то наткнулся, на какую-то отметину, которая, собственно, является собой вход в некое обиталище. Сейчас я еще быстренько осмотрю. Смотрите, какие тут висюльки такие висят, растительности всяческой. И как прикольно Дрейк рукой их отмахивает, проходя сквозь них. Блин, даже вот такая, казалось бы, неказистая локация, насколько она детально проработана, а? Как интересно тут пребывать. Я в каждой серии буду говорить. Говорил это и буду говорить. Просто обалденно. Даже вот так вот стиком повести немножечко в медленном в таком ракурсе, облетая со стороны, конечно, со спины Дрейка, оглядывая, осматривая все сюда. Вот эти вот мелочевочные прелести, не перестает мое сердце согреваться от того, что как мне приятно в эту игру играть. И записывать, и комментировать, и, блин, и еще раз 10 потом захочется переиграть. Да, крыше нужен ремонт, только бы она на нас не рухнула. Так, здесь пролазить надо аккуратненько. Не свалилась бы. А зачем ты ползком что не мог? По-пластунски как-то так, по-солдатски. На пузе. Аки Лара Крофт. Наверное, не смог. Сюда. На цирлах удобней. Гуськом ходить. Надо сказать, что у Дрейка крепкие ноги. Ходить так гуськом достаточно утомительное занятие. Хотя для каких-нибудь профессионалов, спортсменов или специально тренированных людей все это семечки. Но Дрейк, я бы не сказал, что он такой какой-то спортсмен, обычный такой паренек. Небольшой, не маленький, абсолютно среднего телосложения, даже худоват где-то. Так, аккуратно лезем. Ну как он круто вышвыривал из машины чуваков, когда мы там в погоне гонялись. Выручая Сэма. Да, это точно. Еще там, в Мадагаскаре. Поэтому, да, внешность бывает крайне обманчива. Серия это тоже у нас такая, в большей степени будет созерцательного характера. Будем ходить разглядывать. Это очень, кстати, интересно, лично, на мой взгляд. Учитывая то, как все здесь нарисовано, и как просто приятно посещать все эти вот нарисованные неизведанные места. Так. Уже скарабкался, товарищ. Ты должен это увидеть. Да, хочу увидеть быстрее. Обалдеть. Ух ты. Либерталия, друзья мои. Добро пожаловать. Наконец-таки мы добрались до нее. И с этого момента только все начинается. Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталию.
Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И, ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Да, смотрите, сценаристы даже этот момент дают прочувствовать. Ну, с чего начать? Великолепная картинка. Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Блин, добираться нахрен далеко. Да, Либерталия у нас займет всю, наверное, пожалуй, оставшуюся часть игры. И 14 глава встречает нас, которая называется «Встретимся в раю». We meet in paradise. Хорошо. Или там что было написано по-английски? We will meet in paradise. Ну, если так, грубо говоря, дословно переводить. Так. Это просто находка. Глаза разбегаются, куда идти. Жаль, что Алькасар другого мнения. Вот обязательно нужно кайф сломать. Кайфом? Но мы сюда по делу пришли. Поверь мне, про дело я помню. Да это так, слово. Ну ладно. Оп, блин, хотел перепрыгнуть, не получилось. Я думал, он хотя бы зацепится, но тут зацепиться было не за что. Ну что, друзья мои, давайте ходить смотреть. Домишки все какие-то позакрытые. Тут какая-то центральная, наверное, таверна. Здесь что у нас? Сейчас все осмотрим. Да, я буду все осматривать. Мне же, блин, интересно, да, одури. Как тут все завязано-то? Надеюсь, эти товарищи сюда еще не добрались. Записка. Почитаем, конечно же. О, какого-то пирата известного. Отец. Вне всякого сомнения, ты уже знаешь, что мой корабль был уничтожен судом Ост-Индской компании. Если ты успел оплакать меня, я прошу у тебя прощения. Мне было необходимо, чтобы все поверили в мою кончину. Я не только цел и невредим, но, как ты будешь рад узнать, отказался от капитанства. Я более не зарабатываю на жизнь воровством. Напротив, мы с командой объединились с другими людьми со схожими взглядами и служим делу свободы. Мы основали колонию, где все будут равны и свободны. Я выбрал для себя работу на полях и со скотом, что, полагаю, чрезвычайно тебя развеселит. Но сейчас это приносит мне такое удовлетворение, какое дома я никогда не испытывал. Пока наше местоположение следует хранить в секрете, но я надеюсь, что однажды ты сможешь приехать сюда и своим глазам увидеть, чего мы достигли. Мы построили общество, свободное от несправедливости и предрассудков, в которых ты вырос, и которые... Короче, там, блин, понятно. 17 мая 1715 года. Блин, охренеть. И все еще записка не выцвела. Просто вот так вот прикасаешься к векам. В игре, конечно. Интересно, вот, чтобы каждый из вас почувствовал, окажись он сам, найдя затерянный город, в котором не прикасалось 300 лет вообще рука человека. Посмотрите, какие-то тут чаны. Кузница, что ли? Наверное, сабелька он может. Здесь делали сабли. Обалдеть. Да, наверное, уже сейчас рассыпется в клочья. Не? Не стал он пробовать. А, ну да. Защищайся, пес! Каналья! Ну да, я понял. Тысячи чертей! Трус! Трус и подлец! И другие выражения всеми любимого и известного Михаила Боярского, у которого с 1964 года начала расти шляпа. Они торговали с другими колониями? Если да, то не на этом острове. Иначе про него бы все узнали. Логично. Так, пойдем смотреть. Соседний, так еще вот этот дом мы не облюбовали. Не огуляли. Как бы это пошло ни звучало. Посмотрите, как все-таки правда... Здорово, ну, над растительностью они поработали. Я не перестаю просто удивляться. Оно, конечно же, возможно, уже и тривиально смотрится. Обыденно, так скажем. Но это просто колоссальнейший дизайнерский художественный труд. Настолько натурально, настолько красочно, ярко, что...
то диву даюсь я. Постоянно, регулярно, в каждой серии я даюсь диву над каждой новой локацией. Как же великолепно здесь в этой игре пребывать, друзья мои. О, можно присесть, передохнуть после долгой дороги, выпить по кружечке, по пинте. Эля, да? Хороший вид. Только, наверное, пусто, ни хрена ничего попьют. Ну, хотя бы сымитировать можно. Выпьем. Да, выпьем. Подыграл. Что тут хорошего? В колонии? Ну да. Кладешь свои кровные в общий котел с этими проходимцами. И что потом? Ну, расслабляешься. Тихая гавань. Крепкий грог. Неплохая жизнь. Да, наверное. Но каждый день видеть статую Эвери. А ты не задумывался, что было бы, если бы мы жили иначе? Раскрутили бы твое шоу с фокусами? Вот да, неплохая идея. Я был... По-моему, ты себе льстишь. Ну, тебе просто завидно. Ну да. Ты завистник. Я в смысле, как бы мы могли сейчас жить, если бы вообще не стали гоняться за сокровищами всяких мертвецов? Ты думаешь, наша жизнь могла быть, ну, нормальной? Нормальной. То есть все мило собираются за столом на День Благодарения, показывают фотки детишек. Так, что ли? Нет, спасибо. Не по мне. Мне и так хорошо. Ага, я это уже слышал. Брось. Нам с тобой повезло. Это везение? Да. Ну, то есть, я, конечно, отсидел 15 лет, так что все относительно. Ну да, тут ты прав. Всяко лучше, чем тюрьма. Ну, моя кружка пуста. Должен сказать, сервис тут ни к черту. Вот и поболтали за жизнь либертария. Очень, кстати, это даже здоровский момент, лично как по мне. Дают спокойненько насладиться. Хотя тут и между бойнями-то перерывы такие длиннющие, но все равно дают насладиться вообще атмосферой происходящего. Максимальное просто погружение. Но это мое личное мнение. Не знаю, как у вас, конечно. Надеюсь, что демонстрация моего видения этой игры, кто-то с ней солидарен. Очередная бутылочка. Интересно, зачем они так ее вот этой, не знаю, шить такой тесемка какая-то, обматывали этой веревочкой, шпагатом таким. Чтоб не разбилось, если уронится, да? Может быть, кстати, да. Стекло в те времена, наверное, варилось немножко другим технологиям. Менее развитым. Ну, это так, предположение. Я в этих вещах не скажу. О, бар. А может, тут осталось что-нибудь прибухнуть? Смотрите, как тут. Винные бочки. Или ромовые. Ромовые. Сломаны, стаканы разбиты. Пираты есть пираты. Круто. Короче, можно было прийти и порвать. Обычная таверна. Как и, собственно, во всех пиратских, действительно, притонах. Как в городах Нассау или в Лондоне, даже в том же обычный паб. Прикольно, очень прикольно. Так, а здесь, наверное, какая-то была конюшня. Да, друзья мои? Ну, судя по всему, судя по размерам, вот загоны. Опа, смотрите-ка. А это, собственно... Кости лошади. Да-да-да. Привязанные. Словно их бросили. Почему? Не знаю. Может, люди спешили? Или их увели силой? А, что-то здесь нечисто. Да вообще прям тьма какая-то, тьмущая. Что-то там Дрейк себе намалевал опять.
Вот они для него самые ценные, наверное, фрагменты из жизни, да? В стольких местах побывать и никаких доказательств, и хрена кому-то, кого-то убедишь, что ты там был. Да, друзья мои? Обидно даже в какой-то степени за Дрейка. Даже Сэм ему не поверил, что вот он там был. Ну, все хорошее когда-нибудь кончается, так? Я, конечно, шучу про проклятые сокровища. В Шантамане в этом. Или как он там, Чинтамане. Обычно верный камень. Вариант. Это в Шамбале. Обычно. Очередной бутылек. Или что это такое? Хрен поймешь, не написано. Какая-то емкость. Возможно, таблетки здесь были. Но таблетки в те времена, наверное, роскошь была. Не то, что роскошь, а не было их вообще. Так. Да, я, конечно же, постараюсь все углы осматривать. Можно на что-то наткнуться и послушать их диалоги. Хотя, возможно, что-то и пропускаю, ребятки. Не серчайте, если что. Смотри, пиратский кодекс поведения. Я думал, тут вся соль в том, что правил нет. Правила были даже у пиратов. Ну, естественно, в любом обществе правила должны быть. Как тут было раньше? Лавки открыты. Гуляют просоленные пираты. А просто романтика. Просоленные пираты. Моричье, да? Матросня. Слово такое. Обидное. Еще одно сокровище. Странно, они как-то разделили находки все вот эти. Вроде находим сейчас вот какую-то емкость нашли, вроде могла бы у нас вполне себе сойти. Эй, смотри, здесь жили семьи. Да, но куда же все подевались? На небо их забрали, что ли? Коняшка, неваляшка, ночной горшок, куколка. Вон ночной горшок стоит. Естественно, там уже ничего не осталось. Фу, какая мерзость. Стол. Обедальня, наверное, тут, да? Так, стоп. Чё он там стрекочет-то? Чё хочет мне сказать? Ща-ща-ща, я хочу, правда говорю, все углы хочу осмотреть. Может, что-то пропущу такое интересное. Вот, например. Эй, похоже, тут есть какой-то проход. Протиснешься? Да, проход есть, но заскриптованный. Не дадут просочиться. Даже, видите, в стенку нельзя упереться, чтобы он прислонился так, как вот когда он на скале стоит. И как-то так ползет приставным шагом. Ну ладно. Будем искать обход. Тут вот еще домишки есть. Раздолье просто для глаз. Закрыто, правда, все. Надо, ладно. Капитан Эвери, давненько мы вас еще видели. Есть. Одна статуя. Что-то он себя, конечно, правда, страдал нарциссизмом, как сказал Сэм, да? С каждым разом все больше и больше это подтверждается. Создал свой мир. Генри Эвери. Была его мечта, что я могу сказать. Все-таки он... О, прикалывается, дурака валяет. Я бы сфотографировался, если бы у нас была камера. А хочешь, я тебя нарисую? Правда? Да. Карикатурно нарисовал. Забавно. Так, а что здесь у нас? Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Крови, что ли? Нет, я такой не знаю. Может, захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Логично. Как они их нашли? Да, вообще, конечно, это не то, что утопично. Мне кажется, это настолько нереально организовать такое общество. Общак собрать. Сюда приплыть вообще в какой-то... Просто, я не знаю, это место все, конечно, неизведанное, невиданное, организовать вот такую колонию. Это же все надо ресурсы привозить. Деревья, камень там, не знаю, еще куча всего.
ну, деревья, конечно, добыть можно с камнем, но все равно... Тюрьма нужна даже в пиратской утопии. Представляешь, тюрьма, наверное, вообще для самых отмороженных. Как-то это лицемерно, тюрьма у пиратов. Ну, залезь. В любой компании найдутся мерзавцы. Так, еще одна трежа. Какой-то горшочек глиняный. Сюда, наверное, какунькали пираты, да? Зэки, зэки. Урки. Местные. Ну чё там? Всё, что ли? Ничего больше не рассмотреть? Ага, вот ещё что-то лежит. Кандалы. В кандалы меня! Так, ладно, пойдём дальше смотреть. Интересно, что тут дальше? Сэм. Что-то увидел, что ли? Стоп, а здесь мы были? Я уже запутался, конечно же. Вроде нет. Здесь какой-то, смотрите. О, здесь можно пролезть. Стоп, а здесь, может, как-то еще наверх можно залезть? Подожди, тут вроде двухэтажное здание было. Чем это все дело? Да-да-да, можно, смотрите-ка. Ага, не, завалено, блин, что-то я как-то не обратил внимания. Ну ладно. Сюда, за мной. Come on. I got to sleep with me, come on. Тут есть тоннель. Тихо. О, проход сюда. Эй, Сэм, сюда! Здесь что-то есть. Я сейчас. Как ты так понаитил совершенно. Ладно. Наткнулся ты на него. Пещерка. Хрена тут. Пещерка-то заготовленная. Погребок такой, да? Похоже на убежище. Ага, даже да, убежище. Кого они прятались? От самих себя? Шконки. Трехъярусные или двухъярусные? Трехъярусные. Снова этот символ. Да. Знаешь, если символ оставили захватчики, мы бы не нашли его в подземном убежище. Да. Может, тут не все было гладко. Тайные общества, заговорщики. Это вполне возможно. Угу, вон карта еще какая-то. Смотри, похоже на схему торгового квартала. И... вот, вот наше сокровище, в этой башне. Что они задумали? Сэм все отчаянно хочет на сокровище нарваться по-рыхлому. Пускай тешит себя иллюзиями. Так, а наверх здесь как-нибудь можно? Заскочить. Что-то не похоже. Или похоже. Не, не залазит. Так, не, вот же можно. Лесенка. Отлично. И опять разветвление. Тут заблудиться так можно. Сейчас какие-нибудь шахты упретесь, блин, и ковыряйтесь там до утра. Так, ну здесь явно тупик. Стоп. Что это тут такое лежит? Сокровище, очередная фляжка какая-то. Кто там нарисован? Да отойди ты, господи, Бармалей. Мешается постоянно. Охренеть. Статую еще одну сюда затащили. Вот, вот у вас, блин, было же время. Вот еще статуи они там делали, не жалели сил. Тут город надо грохать. Хотя город отгрохали вроде. Украшать-то надо тоже как-то. Так, ладно. Очевидно, нам сюда. Раз уж предлагаем, предлагает нам брусок уцепиться за него веревочкой. Так, ты только об стенки не лупись. Там внизу виден свет. Ого, там какая-то пропасть нахер. Обалдеть. Обалдеть. Вы посмотрите, что про... Какое открывается просто великолепие. Ну, пока еще не открылось. Я тут пытаюсь как-то сообразить, куда мне прыгнуть надо. За эти, что ли? Нет, хрена лысого, не за эти. А куда ж тогда? Ну, явно не вниз. Так, ну вот наверняка начинаем... Вот он, смотрите-ка, такой наскальный поселок нахрен. Оп! Очешуеть. Блин, а эти уже здесь? Как, какого хрена-то? Я что-то не понял. Вы раньше увидели, чем мы, первооткрыватели. Мы только сюда добрались, а вы уже здесь натоптать успели. Вообще просто позор.
Так, сейчас, короче, я так понимаю... Ну, надо для начала постелсить. Так, их тут двое. Пока смысла нет выпрыгивать. Ждем. Ждем. Один ушел. Блин, жалко, нет с глушаком пистолета. Как же вы так не позаботитесь о том, чтобы с глушителем что-то у вас было? Так, ну здесь у меня немножечко, конечно же... Я нафейлил. Дать. И кривеньким монтажиком. Ну, не хочется мне фейлы показывать. Так, я кадрики ловлю. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ушел. А меня спалили, я что-то не понял. Так, Сэм, вот он. О, бочка со взрывчаткой. Тихо, 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 тихо. Чего вы там двое мешкаетесь-то? Вы должны расходиться. У вас должен быть свой маршрут патрульный. Чтобы я мог спокойно вас достать врасплох. Так, один. Ать. Отлично. Аккуратно. Так, этот стоит, товарищ. Как ты снизу меня учухал-то? Ты совсем, что ли, борзый? Ну, это вообще свиняга. Так, ладно, сейчас пока попробую ретироваться чуть-чуть. Сам ты у себя там прочеши. А я буду стелсить. Акигарат просто. Так, тихо, 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 тихо. Во-во-во-во. Блин, а тут народу-то. Вот это да. Отлично, ладно, понеслась. Давно здорового вырубили. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Понеслась моча по трубам. О, какой разброс, ой, какой разброс. Так, вот сюда бы надо, конечно, грену по-хорошему, но я немножко здесь протормозил. Не вовремя я ее бросил. Хотя одного-то точно зацепил. А так мог троих. Блин, эта скотина выжил еще? Сэп, мать твою! Ну вообще свинья просто. Господи, что сали, что, что такое за напарники, а у меня здесь? Ну господи, не могли бы хоть как-то вот так подстраховывать? Это все-таки сэндбокс. Ну что мешает ему вот просто стоять сзади, прикрывать меня в спину мою, чтобы ко мне не подбегали. Так, я вот, блин, удивляюсь. Все вот круто, круто, я напарники, ну так срут, ну вот ну, нахрена он то вообще здесь нужен-то? Я бы в одиночку бы тут со всеми справился. Печали Ивана охватило от таких вот, блин, несуразностей постоянных. Это еще не последняя несуразность. Реально проще одному бы херачить из всех. Ну, вот сейчас на тебя... Вот сейчас он не захотел на него напрыгивать, да что такое-то, господи. Ладно, пес с вами. Криво, косо, но пройдем. Я, конечно, хотел по красоте все записать, но, блин, уже запарился переигрывать. Потому что тут сейвы как-то несуразно. Вот, вот, кстати, один из минусов этой игры. Чекпоинты и вот эти вот автосейвы совершенно вниз просто происходят в непонятных местах. Может, конечно, там значочек где-то и виднеется, но в пылу сражения этого не видно. А переиграть для того, чтобы вот какой-то момент определенный, чтобы все по красоте красиво получилось, хрена получится. Либо придется всю вообще локацию сначала начинать топтать. Либо уже с какого-то чекпоинта в какой-нибудь убогой там запрыгнешь окошко, там, пока он висеть будет, он там неожиданно сохранится. И все. И уже не получается. Да, вот это я, пожалуй, к минусам отнесу и еще озвучу это потом в финальный стих. Глупая система сейвов. Я не помню уже, кстати, по поводу предыдущих частей, испытывал ли я из-за них трудности, из-за сейвов. Но, по-моему, испытывал тоже. Тоже так жаловался для про себя, правда. А здесь просто минусов настолько мало, что из-за этого обращаешь внимание на эту херобору. Так, нафиг мне дробовик ваш не нужен. А вот эта штучка сейчас, наверное, нам позволит делать что? Хрена лысого пойми, что. Вон там еще внизу какие-то эти... Блин, а здесь можно было бы, наверное, как-нибудь так вот, да, по красоте кого-нибудь нахлобучить сверху. Ну ладно, пес с ним. Не получилось, так не получилось. Я просто стараюсь в каждой локации как-нибудь красиво, динамично, быстро бегать, как-то все за все цепляться, чтобы вот в нужный момент оказаться в нужном месте. Но ни хрена не всегда получается, друзья мои. Поэтому я надеюсь, что вы меня строго за это не осудите. Потому что чаще всего, конечно, получается. У нас еще впереди, ох, сколько ждет и перестрелок, и вообще всяческих подобных красивостей и приятностей.
экшн-составляющие этой игры, конечно же. Приятно сидеть не только созерцательные, но и боевые. Реально, боевка здесь очень крутая. Вот мало ее, маловато, скажем так, по сравнению с эксплорингом, с разгадыванием. Но когда она есть, я уже, кстати, говорил об этом в одной из предыдущих частей, что она в тему всегда. То есть, вот сейчас мы нарвались на патруль, уже осевший здесь. Как-то потихонечку так их пощелкали, и все. Но это еще на самом деле не все. Шапка закидательские настроения. Вот там стоит кемпер. И кукан моему просто насквозь. Тихо-тихо. Так, еще главное сейчас кемпер. Опа! Ну-ка покажись. Опа! Отлично. Кто стреляет? Сэм, ты куда Сэм, твою мать! Все, вот это вот у меня уже реально, у меня уже бомбит. Просто бред какой-то, дробовик идет, он вообще, он, конечно, там прокричал что-то мне, но, блин, ну как-то убежать, я не знаю, спрятаться или как-то напрыгнуть не вдвоем, господи, вас два, ой, извините, вас два рыла, блин, здоровых, вы не можете одного бронированного, блин, я сейчас так сдохну. Ну вот да, немножко несуразно у меня здесь, конечно, получилось вот в этом эпизоде, и всех пострелять не по красоте, с этим головником как-то так не очень удачно. Просто в борзую прет на меня, спокойно снизу спрыгивает, сверху, вернее, вниз. И как будто прям знает, где я спрятался. Чё ты там запыхался, блин? Простоял всю дорогу за укрытием. Прич, конечно, ты редкостный. Ладно, не будем серчать. Фал. Еще надо подписать. ЕОТ на конце его оружия. Это прям совсем будет аутентично. Так, тихо, вот какой-то тут брусок. Разбег, наскок. И что-то как-то я погасил свою инерцию. Тихо. Еще, но это, наверное, в обратную сторону, чтобы можно было, да? Тихо, тихо, тихо. Не гоните лошадей. Оп. 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 Так. Дырка. Нам явно в дырку. Стоп, стоп, стоп. Вот. Эта мачта тут торчит. Осветительная, видать. Как они, интересно, поджигали. Вот эти вот давай, фонарики висящие. Не прочнее всего и остального. Она тут висит. Ясно. Значит, уединенно так. Забавно. Давай там, не пятюкай. Блин, что-то я не туда немножко. О, блин, слушайте, какая красота. Смотрите, внизу какой открывается вид. Обалденный. Тихо, у нас здесь какой-то уже домишко здоровый появился. Дворцового свойства. А тут нас еще встречают, короче. Ладно, сейчас будем потихонечку. Полигонечку их. Если получится, конечно. Стелсить. Одного за одним будем сейчас выковыривать. Нет. Свергали пару режимов. Грабили деревню. Но такое первый раз. Блин, явно не сюда. Так, вот здесь. Да-да-да. Уступчик специально для нас под. Да запрыгнешь ты. Ой же. Ой-ой-ой, ёхарный бабай. Я чуть не обкакунькался. С перепугу. С перепугу. Так, ладно. А, вон там брусман, это да. Что-то я его сразу не Ай, как больно ударяешься-то, да? Через окошко залезем. Надеюсь, там нас никто внутрях не ждет. Ждут. Ходит кто-то. Заметит, наверное, сейчас падла. Стоит мне будет запрыгнуть. Так, все, вроде развернулся. Нет, не развернулся. Подойди к окну. Не подошел. Ладно, подошел к... Оп, те пинчинки. Это мне нравится. Подляночки такие. Он даже не заорал. Смирился сразу сходу со своей судьбой. Еще один. Ох. Фу. Выдыхаем. Хотел сказать, что же его пнуть. Там. Это спасибо, я по музыке и без тебя это понимаю.
Оп, блин, не допрыгну сейчас. Надо раскачаться. Надо раскачаться, надо раскачаться. Вот, руку протянул, можно... Ноги себе не переломать бы только. Аккуратно. Оп. Главное, чтобы он руку оттянул, тогда можно смело прыгать. Это является указанием того, что все будет в порядке. Никуда он не рухнет. Так, что-то на меня там спалил. А если мы... Вот так вот. Блин, а как ты спалил ты меня? А, ну, наверное, потому что желтый был, я еще на него напрыгнул. И он успел за секунду до этого передать всю информацию остальным своим товарищам. Великолепно просто. Блин, я какой-то еще палец, мне очень удобно занял. Хоть одного пристрелил. Давай. Падла. Так, там какой-то дробовик, я слышал. Нездоровый. Аккуратно. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Фу, чудом каким-то укрыться. А, я уже подраненный такой изрядно. Так, все, успокоились вроде. Ой, ладно. Сейчас разберемся с вами. Да есть я. Вы просто плохо ищете. А на тебя мы сейчас... Ой-ой-ой. Ладно. Криво-косо, но получилось. Блин, а этот самый там дробаш. Что-то надо было, конечно, на него. Блин, кто там справа-то стреляет еще? Поджопник. Из поджопника дробью получил. Так, в кусты. Все. Музыка закончилась. Лежать нахрен. Неожиданно, наверное, да? Для тебя. Так, где здоровый этот хмырь? Блин, опять спалил, падла. Ой, он ушел оттуда, я надеялся на него напрыгнуть. Йо-хо, отлично. Сэм тут какой-то ненужный. Бегаешь тут у меня за спиной. И пользы от тебя ноль. Так, ладно. Он один остался, что ли? Ну, походу, да. Сейчас мы его контрапупим. Если найдем, конечно. Тихо. Вот он, дорогой. Я еще тут для пущей уверенности руками помахал. Ну что, вроде очередной пак очищен, зачищен. Очищен, хорошо сказал. Надо искать, куда идти дальше. Там какие-то скалы отвесные, хрен туда проберешься. Да, Либерталия интересна. Красиво нарисована. Ну, блин, очень обидно. Бьет по самолюбию то, что эти говноеды добрались сюда немножко раньше, чем мы. Все-таки все козыри у нас были на руках. Да, друзья мои? Омрачает это. Ну да ладно. Такс. Ты меня давай забросишь? Ну давай, запрыгни уже, господи, дружок. Давайте-ка, ребятки, я на этом с вами попрощаюсь. Спасибо. Не будем мы, вернее, растянем удовольствие на пару частей прогулки по Либерталии. Поставьте большой пальчик вверх, подпишитесь на канал. На таком красивом виде этой горы я с вами заканчиваю мой монолог. Всем большое пока.